Ну что, мужики, или, может быть, не только мужики, девчата, не знаю. Хочу сообщить одну вещь, что, во-первых, по планшету. Планшет распродажа идет только в официальном магазине, на Али такой распродажи нет, поэтому все пооблизывались и забыли. На Алиэкспрессе он стоит дороже, и меньше цену сделать они не могут. Из своего магазина они его тупо не могут отправить в РФ. Поэтому, если кто там не из РФ, то вам хорошо, вы можете купить. В РФ заказать по такому ценнику планшет от Blackview пока не вариант. У Блэков потеряны связи собственных каналов, скажем так, с выводом на Россию. То есть даже мне они поэтому прислать ни хрена не могут, все отправляется через Али. Про Blackview V9900. Обнаружилось одно слабое место, благодаря которому после неких небольших издевательств он будет протекать. Никогда не дуйте сбоку в третьей дырочке, где находятся датчики воздуха, барометр и еще какой-то третий. Ультрафиолет, что ли, не помню. Потому что после этого изгибается пластиночка, которая держится на двух шурупах, а она довольно-таки длинная, и начинает протекать вода. Что у меня и произошло, спасибо тому, что я его уже разбирал не раз. Я его быренько разобрал, полностью отключил питание, снял все декорашки, платы разобрал, все просушил и собрал обратно. Работает, как и работает. Ой, так что вот столько вот у нас новостей. И планшетик, то есть мне тоже неизвестно, светит ли вообще в ближайшее время. И аппарат 6300, я не знаю, когда я получу, потому что сами они отослать не могут. А если отсылать другими каналами, то... Короче, не скоро это все будет. Я так предполагаю, что до отпуска 6300 я не получу. Видео было снято на фронталку ВВ-9900 после утопления, воскрешения и так далее. Они, кстати, переработали внутри элемента, они... Многие платки там чем-то таким покрыты, что на воду им плевать. То есть, видимо, он скиснуть мог только тогда, если бы я не вскрыл. А показанием того, что надо вскрывать, стало запотевание датчика сердечного ритма. То есть там появился туманчик. Я в воде в ванной отмокал, увидел этот туманчик, плюнул на отмокание, выбежал, резко разобрал телефон, отключил банку, ну и далее я уже рассказывал. Надеюсь, меня было и видно, и слышно. Это был Латуха, на канале Латуха показывает. Так что, будут ли у меня в ближайшее время новинки, я не знаю. Скоро у нас отпуск. Всем пока, всем хорошего лета. А у нас сегодня было утром вообще 16 градусов, поэтому я в теплой куртке. Сейчас, конечно, уже 20. Уже жалею, что вышел в куртке. Всем пока, всем до свидания.